Ребята, от меня игре 5 баллов. Игра на разочек. Все на среднем уровне сделано. Видно, что руку набивают. Пробная игра, эксперименты, то есть огромные карты, секторальные тревоги. Все сделано в полсилы, то есть неотлажно, прям великолепная история. Так, для галочки, чтобы было о чем рассказать, чтобы просто миссии не перебирать. Очень много нюансов. Играется приятно, я же говорю, разочек сыграть самое то. Ну, проблема в том, что если вы поставите выше минимальной сложности, у вас будет ограничено количество сохранений. А игра любит, если, ну, зависать, если ей что-то не нравится. Если какая-то накладка с приказами или непониманием, она просто виснет. Поэтому я бы не рекомендовал слишком высокую сложность ставить, иначе сами технические моменты вас будут истязать. Я лично доволен то, что прошел. Я считаю, что Нэш абсолютно верно здесь поступил. Ему нет смысла вот выгораживать съехавших со стези закона Робин Гудов. Он их просто устранил вместе с мафиози и эту нишу теперь возьмет под свой контроль. Вот интересно, смогут ли они теперь развить эту историю, например, тот же This is Polis 2. Но мне кажется, они просто прощупывали, в какие направления еще могли пойти. И направления они сейчас прощупывают разработчики, именно пошаговые тактические бои. Задатки, в принципе, неплохие, но надо это улучшать, потому что все это пока еще на уровне любительском. Поиграть можно, но не более. Еще раз 5 баллов. Благодарю за игру разработчиков.